Данный релиз содержит в себе много мата. Не рекомендуется к прослушиванию людям до 16 лет, женщинам пенсионного возраста, беременным и кормящим грудью, сутулым собакам, шкуроходам и жирным феминисткам. Похуй, поехали. И всем огромнейший привет, мои дорогие друзья! Сегодня вас ждет разнообразный материальчик, в котором я покажу, чем мы занимаемся в банде. Покажу от третьего лица, как вообще на самом деле снимаются шорты и как я впервые попал на мероприятие. Будет очень весело и познавательно, так как я вообще недавно на этом проекте, соответственно, весь мой тупняк я подснял специально для вас, для вашего настроения. Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Grand RP первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней випа, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируйся. Или же ты уже находишься в игре, через телефон заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАД. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! А начнется наша история с того, что благодаря информатору мы узнали о том, что гостники будут перевозить одну машинку, которую нам надо было угнать. Но, друзья, не все так просто, как кажется на самом деле. Нам нужно было собраться в первую очередь, понять, по какой дороге они ее будут перевозить, чтобы, собственно, перекрыть дорогу и перебить всех гостников и забрать эту точилу к нам. Едем. Аккуратно, за мной едем. Да, поехали. Я, как всегда, контент проебываю на ровном месте. Просто чувак вылетел из игры, и мы проебали. Там уже вся движуха идет. Я везучий, а почему я такой везучий? Я, блядь, какой вонючий получается. Куда ехать? Куда ехать? Пальба идет, блядь. Куда ехать? Сейчас в метку кину. Куда он там? Да кого едь? Едьте за нами. Мне кто-то за мотор заглушил. Сейчас за нами едем. Сейчас она остановит. А по ним стреляет вообще кто-то. Киньте мне. Оставляйте машины, машины, быстрее, машины. Машины выставили. Метку киньте. Да, блядь, не надо метку, идите на красную машину, помахайте. Красную машину идет. Уже тулимся. Эй, да что за херня, пацаны, у меня автомат бракованный, блядь, он не стреляет. Ту-т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 у
Миша, блять, лёг нахуй! Сука! Не, ну они нормально подготовились. Нормально, давай пробуй. Я надеюсь, успей пули подобрать. Друзья, а перед тем, как мы продолжим смотреть сюжет этого ролика, хочу вам порекомендовать моего, так сказать, коллегу и вообще отличного паренька Kill Casper. Этот парень делает грамотные, понятные обзоры, а также обучающие ролики по проекту Grand RP и не только. А для тех, кто вместе с ним играет или будет играть на втором сервере Grand RP, он еженедельно разыгрывает автомобили и ценные подарки для своих подписчиков. Давайте все дружно зайдем на его последний видеоролик и в комментариях поддержим его добрым словом. Думаю, ему будет очень приятно. И еще в разы приятнее, если вы, друзья, на него подпишетесь. Потому что кто, если не мы, будем поддерживать таких целеустремленных ребят, которые активно занимаются YouTube-каналом и делают для вас контент? Ссылочку на него вы найдете в описании под этим роликом. Друзья, вот вы смотрите на ютубе, да, шорцы, и думаете такие, да, они за 5 минут вообще снимаются, и ничего сложного в этом нет. Ошибаетесь, уважаемые, это дело общественное. Так, свет, камера, мотор, снимаем кино, погнали. Бля, текстуры пропали. Бля, да, я въебал. Даже камень, блядь. Влад поехал, блядь. Давай, поехали, поехали кататься, заебал. Разъеби машину, блядь, давай, давай. А, ну уже разъебалась, да? Да. Да. Давай ремку сейчас возьму. Еще раз. Прямо проехать не может, блядь. Ёб твою мать. Блядь, сейчас обьется немка, давай. Все, погнали. Да ты заебал, блядь! Я не могу словить момент. Какая клавиша разворачивает камеру, вы мне скажите? Заебался?
N или V или B? Я не знаю, блин. F. Нет, это нитро включается, не ври. Альтер-4, блин. Все починено. Ты записываешь шорт, а я записываю, как мы снимаем шортс, выложу нахуй на YouTube. Один шорт, 10 минут снимаем. Ладно, ладно, погнали, давайте. Давай. Бля, братан, как красиво стелет. А слабо тебе на уверенном подойти и познакомиться с этой девушкой? Братан, да это в себе уверенно, нахуя я буду это врать в лицо? И уебал, все, нормально. А что, она сказала, нет? Она не сказала опять? Застрели ее нахуй. Застрели. Застрели. Я тут уже актерское мастерство на высшем уровне, блять, нахуй. От себя даже добавил. А? А что, записали? Да, блядь, не знаю, ну давай. У меня ремок нет. Миш, есть ремки? Давай сейчас посмотрю, послушаем. Ну, она сказала. Давайте еще раз. Ладно, что, все готовы? Сейчас. Готов. А Санечка, смотри, только мы подъезжаем, сразу говорите по фразу, как она переходит, чтобы типа ебальник видно было, и она повернется такая. Подожди, а моя какая роль? Твоя роль, блядь, съебаться нахуй, ты, блядь, троишь, пиздец. Нормально тебе придумал роль. Нормально. Мишань, проходи рядом, я скажу, ля, какой парень идет, а хочешь с ним познакомиться? Давай. Ладно, все, давайте, погнали, Миша, тишина. Меня кикнуло нахуй, идите нахуй, все. Давайте с рынка съебемся, наверное. Просто не можем застеть этим, блядь, шортс, который короткий, который я думал, ты сделался за 5 минут. Напишите в комментариях, нравятся ли вам такие внутрянки и что происходит вообще за кадром, да или нет. Ну, просто напишите, пацаны, оставьте коммент. И да, если что, до справки, это мы снимали не для меня. Я помогал начинающим дарованием Ютуба. А, помните, друзья, я как-то на стриме залетел на мероприятие. Кто, кстати, был на стриме, плюсаните. А кто не видел, вот вам этот сюжетик. Ребята, ребята, сюда подойдите. Кто ты? Не, к админу подай. Так, все меня слышат? Да. Смотрите, суть МПшки. 8-10 будет включать музыку, пока играет музыка, выходит своим партнером. Ой. Когда музыка останавливается, вы должны взять, включать своего партнера на руки. Кто последний, тот убывает. Кто возьмет на плечо, там на спину, того кикаем. Всем понятно? Да. А у меня такой вентиль. Кому непонятно, съёбывайте с МПшки, прыгайте. У меня такой вентиль, вы упадетесь. Во, давай, короче, ты за мной идешь. Понял, тактика? Давай. Ты за мной идешь и мне предлагаешь. Все, мало, погнали, голоден, погнали. Холоде, ты мне предлагаешь, понял? У нас тактика, мы сейчас выиграем, нахуй. Бля, сейчас стрим забанят, нахуй. Оба-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 ба
бла-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 бла, это ремикс, песня ремикс. Бла-б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 ла
Давай я в центр стану. Чебали, мы успели, мы успели, мы успели. Дайте я в центр стану. Оу-о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 у-
устал, нахуй. Я устал. Сука, Вова, блядь, тут пиздец происходит. Блядь, не ту кнопку нажал, быстрей! Успели. Бля, это инстасамка поет, блядь. Давай, быстрей, быстрей. Бля, проебали. Всем пока. Мы проебали. Нас специально убили, потому что мы дохуя пиздели, блядь. Ну вот, в принципе, и все, друзья. Спасибо огромное вам за просмотр. Подписывайтесь, прожимайте лайкосик, пишите свои комментарии. Это очень важно для поддержки, для мотивации, чтобы я делал для вас каждый божий день видеоролики. Спасибо вам огромное. Увидимся, когда увидимся. Всем пока-пока.